Правительство России выделило более 34 миллиардов рублей на выплату детских пособий. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Деньги будут направлены в регионы для ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Согласно источнику, необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, родители которых имеют право на выплаты. В данный момент в них нуждаются 3 миллиона человек по всей стране. Размер пособия на ребенка составляет ровно половину от прожиточного минимума региона. Средняя цифра по России – это 5500 рублей. Оформить выплату можно через портал госуслуг или в МФЦ и в органах соцзащиты.